Авторы идеи и продюсеры Винсан Шальвон де Версе и Дэвид Майкл. Алекс. Сэм. Кловер. Режиссеры Стефан Берри и Паскаль Жарден. Totally Spice. Кто там? О, убирайся из моего дома. Я немедленно звоню в полицию. Зуб больной, может, псих больной. Автор сценария Николь Демерс. Беверли-Хиллз, школа, 8 часов 30 минут. Я в листе ожидания в Мью-Чес за эксклюзивной сумкой, с которой Мэнди пришла вчера в школу. Ой, знаю, это несправедливо. Что случилось, Алекс? Что-то болит? Да, у меня ужасная зубная боль. К счастью, зуб болит только, когда я ем, разговариваю или дышу. Прости, мы можем перейти к более серьезным проблемам. Мэнди достала эту сумку, потому что подкупила продавца. Лично я никогда не паду так низко. Кстати, о падении. Почему Мэнди приехала на автобусе? О, к вашему сведению, я занимаюсь исследованием общественного транспорта для курсовой работы. Оценка 2. О, автобус или у тебя? Все еще завидуешь, а? Просто некоторые люди эксклюзивные, а другие нет. У меня галлюцинации или Мэнди ест бутерброд с колбасой? Чего уставились? Просто я не переношу столовскую еду. Только тут, понимаешь, что такое гадость? Еда в столовой гадость? И это говорит тот, кто ест бутерброд с колбасой? Ай, она хоть может есть! Алекс, может, у тебя инфекция? Тебе нужно к врачу, правда? Ты шутишь? В прошлый раз, когда Алекс пошла к дантисту, она оставила глубокий след на его руке. А чего вы ожидали? Он сам сунул мне руку в рот. Это повод сходить к дантисту. Это становится странным. Видите свитер Мэнди? Я точно такой же пожертвовала в фонд милосердия дизайнерской одежды нуждающимся. Вы не думаете, что... Что Мэнди отоваривается не на Родео Драйв, а в фонде милосердия? Есть только один способ проверить. На моем свитере есть инициалы. Ты все еще подписываешь одежду? Мы что, в детском саду? К твоему сведению, монограммой последний писк. О! Точно мой свитер. Сначала автобус, потом бутерброд, теперь это. Неужели Мэнди совсем разорилась? Это не на пользу моему зубу! Ой! С каких это пор лабораторию захватывают военные роботы? Кия! Это лучшее, что у вас есть? Вы деретесь, как девчонки. Добрый день, леди. Что это за робот с чипом на плече, Джерри? Вам действительно надо освежить свои боевые искусства. Наш новый тренировочный робот справился с вами за 10 секунд. Прости, мы были заняты тем, что спасали мир. У нас не было времени отрабатывать его спасение. Айл! Тебе действительно нужно пойти к дантисту, Алекс. Бесполезно ее уговаривать, Джер. Мы ей целый день это говорим. За последние 2 дня исчезло несколько известных людей. Менеджер Международного банка, Мия Хансен, актриса, и Майра Соколов. Известная фигуристка? Она самая. Они бесследно исчезли. Но самое загадочное — это то, что между ними нет ничего общего. Я проверяю их связи.
Хм, странно. Что странно? Джерри почти прав. У них нет ничего общего, кроме одного. У них у всех один дантист, доктор Логан Джей. Видишь, поход к врачу был их главной ошибкой. Сегодня вы получите турбулентный лазерный фен для волос, кольцом с голографической проекцией и лазерный маникюрный набор. Желаю удачи, леди. Даже не думайте, Джер. Мы больше не попадем в вашу ловушку. Даже не думай об этом, а то я продам тебя по частям. Ты набор схем. Ванкувер, Канада, 14 часов 30 минут. Мы что, надевали этот маскировочный наряд ради крыс? Разойдемся. Может, найдем что-нибудь? Пожалуйста, скажите, что это было до, а не после. О, у доктора Джея, правда, лечились известные люди. Ой, мне мерещится, или эта крыса над нами смеется? Не знаю, но лучше послать этот газ Джерри для анализа. Мне кажется, вас не мучили в школе медсестер. Ничего себе, это не игрушки. Totally Spice. Сэм, эй, куда она делась? Вот почему я не хожу к дантисту. Здесь даже сестры сумасшедшие. Это не сестра. Это Майра Соколов. После трехлетних попыток обучиться прыжку Луцу, я сразу распознаю икроножную мышцу. Ха! Это тупик, Сэм, в ловушке. К счастью, у меня есть кое-что в запасе. Голографическое кольцо! Держи, Сэм! Ха! Попробуй теперь догадаться, где настоящая Сэм. Здорово придумала, Алекс. Хочется верить, что Сэм в порядке. От этого зрелища, когда Майра грызла стену, у меня зуб разболелся. Он у тебя от всего болит. Привет, леди. В лаборатории сейчас делают анализ газа. Что нового? Майра Соколов похитила Сэм. Наверное, она работает на доктора Джея. О, господи. Попробую что-нибудь еще о нем разузнать, пока вы ищете Сэм. Мы не сможем найти Сэм, потому что она потеряла пудреницу во время драки. И я попробую помочь. $12 – мое последнее предложение. Не хочешь – не бери. Мэнди все распродает? Гаражная распродажа. Не просто распродажа, а распродажа в Беверли-Хиллз. Если это не значит, что у Мэнди финансовые проблемы, девочки, то что тогда финансовые проблемы? Мэнди продает свою сумочку за $20. Посмотрим, сколько мне уступит мисс Отчаяние. Эй, Мэнди, я даю тебе за сумочку 50 центов. Ты что? Ты знаешь, что она стоит в 1000 раз больше? У тебя финансовые трудности? Не смеши меня. Я просто освобождаюсь от некоторых вещей, чтобы освободить место для вещей осеннего сезона. Ты берешь сумку или нет? Мэнди! Тебе запрещено болтать с подружками. Это входит в понятие сидеть дома. Сидеть дома? Прости, но это вообще не мои подруги. Никаких «но», девочка. Ты получишь назад свою платиновую карточку и свободу, когда исправишь отметки «марш в комнату». Теперь все понятно. Мэнди не разорилась, ей отказали в кредите. Не ожидала, что такое скажу, но... Бедная Мэнди. Это самое страшное наказание. Ой-ой!
Спасибо, Джер. Я только положила глаз на боа из перьев. Я могла купить его просто за даром. Не спрашивай, есть новости о Сэм? Я как раз пытался вам рассказать. Я запустил новый биоритмический спутник. Он сможет определить уникальный физический тип Сэм в любой точке мира. Он может заменить пудреницу. Смотри, Сэм в Париже. Эта миссия становится все интересней. Не считая того, что похитили нашу подругу. Эй, куда делась Алекс? Подожди секунду, пока я не превращу этот металл в груду мусора. Ай! Ой! Не переживай, Алекс. Тренировочного робота нельзя победить. Париж, Франция, 17 часов 58 минут. Каждый раз, когда меня похищают, я попадаю в какую-нибудь дыру на краю света. Почему я никогда не была в Париже? Сэм прямо под нами в пентхаусе. Придется туда спуститься. И если ты не пойдешь к зубному врачу, я сама вырву этот зуб. Ладно, ладно, пойду. Держись, Клоер! Спасибо. В следующий раз пойдем по лестнице. Не с места, мы идем. Что мы делаем в квартире всемирно известной модели Данстина Круза? Выкладывай, откуда ты это знаешь? И есть такой запрещенный, но абсолютно клевый журнал «Сплетен», который помещает обзор квартиры мировых знаменитостей. Тебе бы стоило посмотреть. Беру слова обратно. Можешь вырвать мне зуб, когда захочешь. Я ни за что не пойду к врачу. Не волнуйся, прекрасный Данстин. Мы тебя спасем. Не будьте так уверены. Totally Spice. Кловер! Быстрее! Отлепи меня, пока мы не превратились в закуску! Вы не Мия Хансен из этой ужасной комедии «Парень, где твоя невеста»? Не могут же все быть кассовыми! Не злей эту сумасшедшую с челюстями, Кловер! Кловер, осторожно! Сэм? О, мы рады, что ты в порядке! Ха-ха! У-ха-ха-ха! Я не просто в порядке! Я великая! Я не вижу! Эй, наверное, Сэм слишком сильно отбелила зубки. С каких пор Сэм работает на противника? Хватит! Они находятся под действием газа. Он превращает их в сумасшедших ассистентов. А кресло меняет их физически, наделяет их странными способностями. Хуже! Зубных врачей только одно! Это ортодонты! Данстин может распрощаться со своей модельной карьерой. А мы можем распрощаться со своей шпионской карьерой! Добро пожаловать ко мне. Мы находимся в вашем офисе. Ужас! Кажется, у кого-то дырка, и ее надо залечить. Но не сейчас. У меня есть более срочные дела.
более срочным. О, нет, нет. Раньше я работал со звездами как косметический дантист. Я мог каждому сделать идеальную улыбку. Это все, что я хотел, пока... Что? Пока что? Это не моя вина. Президент не выполнил моих указаний. Он слишком долго держал отбеливатель, и он разъел ему зубы. Он отозвал мою лицензию. Отозвал! И сейчас я мщу. Кому вы мстите? Скоро весь мир помешается на зубах под моим контролем. Вертолет! К счастью, я могу закончить то, что начал доктор Джей. Нет! Сейчас вы успокоитесь и заснете. Хочется спать. Как мне достать лазерный набор? Не знаю, что она впрыснула мне в нос, но зуб почти не болит. Totally Spice. Мне что, никто не поможет? Я начинаю ненавидеть дантистов не меньше, чем ты. Что мы будем делать, Сэм? Пусть посидит, пока мы дозвонимся Джерри. Анализ газа готов. Это вариант веселящего газа, действующего на мозг. Новости таковы, что это все давно устарело. Есть противоядие. Я пришлю его немедленно. Ой, где я? Что происходит? И самое главное, почему я связана на этом ужасном грязном полу? Мы потом объясним. Сейчас надо остановить доктора Джея. У него уже фора в 20 минут. Тогда воспользуйтесь этим. Круто. Спасибо, Джер. Доктора Джея пока не видно? Пока нет, но он наверняка не хочет, чтобы его нашли. А, вот он! Он на 1000 футов ниже, прямо под нами. Как мы здорово летим, Сэм! Взять их! У нас появилась компания. Держитесь, девочки. Я прокачу этих сумасшедших. Забудь о них, Сэм. Нам нужно выпрыгивать. Скажите, когда мне придется спасать кого-то в чудесный день на курорте? Приятного приземления! Все в порядке, девочки, этого я беру на себя. Сегодня больше ни один робот не одержит надо мной вверх. Я! Покажи этому креслу, кто здесь хозяин, Алекс! Алекс, что она делает? Это дело техники. Она всегда выключается, если выдернуть вилку. Стойте! Если он здесь, то кто ведет вертолет, а? Должна сказать, что никто! Кловер, бери на себя управление. Мы с Алекс займемся доктором Джеем. Есть! Не так быстро, доктор Джей! Ой-ой-ой! Я держу! Впечатляюще, леди. Кажется, наши тренировочные роботы себя оправдывают. И спасибо, что вылечили мне зуб, доктор Джей. Не знаю, что это за анестезия, но она помогла. Я рада, что больше не ослепляю людей своей улыбкой.
Ну, хорошо бы они поскорее пришли в норму. Эта сумка восстановила мой статус непревзойденной модницы Беверли-Хиллз. Хотя осталось неприятное чувство, что она стоила всего 50 центов. Ты всегда можешь заплатить Мэнди ее цену. Привет. Это чувство не настолько неприятное. Я сдала зачет по химии. Здравствуй, платиновая карточка. Ой, спасибо, что забрала у меня это барахло. Я заказала в Мьючес новую сумочку. Ее должны прислать с минуты на минуту по мега-гиперэкспресс-почте. А вот она. А, но она должна была войти в моду только в следующем сезоне. Это несправедливо. Не расстраивайся. У тебя есть то, что Мэнди не купит ни за какие деньги. Настоящие друзья. Мы правы. Марафон. Вы самые лучшие. Как правило, девушки могут поставить в тупик. Но я совсем не понимаю Алекс. Я видел, как она борется со злом, прыгает со сверхзвуковых самолетов и даже становится между Кловер и Мэнди в критической ситуации. Но при одном упоминании о дантисте она бежит. Это не поддается логике. Кстати, Джерри, не пора ли проверить зубы? Я